Добрый день. Сегодня у нас на распаковке кольцовой свет. Yongno EYN608 RGB. Поставляется он в белой упаковке, квадратной. Но продавца не было, пришлось отдать вот в таком чехле, который поставляется непосредственно внутри этой упаковки. Давайте посмотрим, что здесь себя представляет. То есть вот такой чехол нейлоновый. Двухсторонний. Есть ручки для переноски. Дальше есть замок, благодаря которому внутри находятся следующие детали. Так, ну, во-первых, сам свет. Дальше ручка. Дальше пульт управления. Макулатурка. В том числе гарантийный талон, там, талон качества. Так, ну и инструкция по эксплуатации на двух языках. Китайском и английском. Так, работает от двух аккумуляторов NPF соньковских и от источника переменного тока 8-12 вольт 5 ампер. Вот есть пульт. То есть здесь существует холодный цвет. Светодиоды по краям стоят 5500 кельвинов. Так, ну и по центру идут RGB подсветка, то есть зеленый, синий и красный. То есть есть грубая настройка 0, 10, 20, 30 до 90, и есть более тонкая настройка там, то есть 1, 2, 3, 4 и так далее, 11, 12, ну и так далее. То есть есть 7 запоминающих на пульте предустановок. Ну и давайте сейчас все посмотрим, рассмотрим. Так, ну, во-первых, на обратной стороне у нас находится непосредственно приемник под батарейки NPF, аккумуляторы. Так, причем, если вы вставляете одну, то есть работает половина, если вставляете две, то работает полностью. Ну, либо переставляете один аккумулятор, и у вас работает вторая половина. Либо вставляете два, и тогда работает у вас полностью все, как холодный свет, так и RGB подсветка. Так, ну и вставляется, и достается. Есть разъем под источник питания, как я говорил, 8-12 вольт, 5 ампер. Так, ну и включение-выключение. Так, есть пульт. Так, ручка наворачивается сюда. Ну, либо можно установить на стойку с резьбой 1/4 дюйма. Так, дальше пульт. Батарейки не входят в комплект, но ввиду того, что не было упаковки, продавец оставил, то есть, две батарейки, то есть тип 3А, то есть мизинчиковые, на 1.5 вольта. То есть 3А вон написано, плюс-минус. То есть есть включение. Есть переключение каналов. Так, есть переключение, то есть различного вида подсветки. То есть сейчас стоит на 5000.
мы убираем. Более тонкая. То есть перемещаем, убираем RGB. Перемещаем, убираем. То есть Red и Green убрали. Все, у нас сейчас пусто. То есть вот такой вот пульт управления. То есть можно переключать каналы, можно переключать, то есть ставя грубую настройку, то есть 10, 20, 30, нажимая по центру, то есть будет более тонкая. То есть все удобно пользоваться. Так, ну давайте проверим, как светит данный свет. Итак, давайте проверим, как у нас работает свет кольцевой Yongno YN608GB. То есть сейчас он стоит напротив стены где-то метр-10. Так, ну и... То есть вот мы переключаем между режимами. То есть сейчас мы поставили 5500 кельвинов. Так, ну и включаем. То есть более тонкая. Вот 99. Так, более грубая. То есть выключили. Так, теперь включаем тонкую Red. Вот у нас. Нет, более грубая была. Сейчас более тонкая. Red. Так, убираем зеленое, более грубое. Так, зеленая более тонкая. Так, и синяя. Сначала более грубая. То есть когда 100, она берет, то есть 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Когда становится 90 и 100, 99 сразу же берет. Вот, ну и давайте сейчас включим все. То есть он 550, красная, зеленая и синяя. Так, ну и давайте сейчас проверим, как будет освещать этот кольцевой свет, если мы выключим все источники освещения. Так, ну и как видим, то есть мы включили все, и вот такое вот у нас было освещение. Сейчас я включил источник освещения. Так, чем еще удобен этот свет? Ввиду того, что он кольцевой, то есть он образует
в отблесках на глазах такой же световой круг, что достаточно хорошо и красиво смотрится, особенно для бьюти-блогеров. Ну и также, ввиду того, что он немножко повторяет так называемый макияжный столик, когда у вас зеркало с освещением по периметру идет, то тоже очень хорошо наносить различные макияжи. То есть это актуально тем, кто этим занимается. Так, ну и давайте еще раз посмотрим, как у нас освещается. То есть какие цветовые профили существуют. То есть 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 и 100. То есть это у нас холодный свет. Так, красный 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Так, сейчас я его выключу. Так, зеленый 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Так, ну и синий. 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Так, ну и давайте я включу всю подсветку RGB. То есть включаю зеленую. 100%. Так, ну и включаю красную. Тоже 100%. Ну, по сути, это у нас получился свет теплый. То есть можно регулировать, беря эти отметки, и получить более теплый свет. То есть здесь есть разные разновидности данного света. То есть есть полностью холодного света. То есть по краям и в центре 5500 кельвинов. Есть сочетание 3200 и 5500. Вот есть RGB подсветка и есть полностью все. 5 вариантов, если вы выбираете цвет RGB. Так, всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.